Что происходит в день рождения? Именинник готовит праздничный стол и ждет друзей с подарками. А что можно подарить на день рождения музыкальному фестивалю? Правильно, песни. И чем же еще отмечать 20-летие фестиваля «Славянский базар», как не концертом? 20 лет, не укладывается в голове, просто не укладывается. Ой, я не умею тосты говорить. Или тосты? Праздник, посвященный именно юбилейной дате, был построен на выступлениях лауреатов и победителей международных конкурсов «Витебск 1992-2010» под аккомпанемент Национального концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Конечно, всех собрать не удалось, но молодых исполнителей поддержали приглашенные мастера Лайма Вайкули, Тамара Гверцители, Игорь Димарин, Лариса Долина, Ким Брейдбург. Я считаю, что те традиции, которые есть у Славянского базара, у фестиваля «Славянский базар», у конкурса, который проходит в рамках Славянского базара, эти традиции нужно беречь, сохранять и развивать. Это срок серьезный, да, это, значит, конкурентоспособный. Это уже взрослый, созревший организм, но у него еще все впереди. Всем известно, что фестиваль «Славянский базар» стал стартовой площадкой для многих молодых исполнителей. Каждый певец, выходящий на сцену в этот вечер, достиг определенных высот в своем творчестве. Растут дети «Славянского базара», растет и сам фестиваль. 20 лет – это все-таки не шутка. Это ух для фестиваля, для жизни молода. А фестиваль идет же год за пять. Или пять за год. Он уже выдержал испытания. Очень серьезное испытание. Я, например, 20 лет только осознал, что все, вырос, дальше время пойдет быстро. Я желаю, чтобы фестивалю тоже, чтобы время пошло быстро для него, и это были лучшие годы. И чтобы один из разов, когда я приеду, мы справляли столетие. Хочу очень долго жить. Весь вечер за кулисами собравшиеся вспоминали и считали, сколько у кого прошло базаров. С 93 года, 15 лет я делал дневники, 2 года вел звездные часы и 5 лет Дни российской культуры. Поэтому у меня 22 года. Некоторые присутствующие помнили даже самое начало. Я открывал этот зал. Я помню, тогда еще было деревянное сиденье и песочек на земле. Я помню, что моей дочери тогда было 6 лет, что ли, я ее привезла сюда. Мы были до этого были на Зеленой Горе, и, по-моему, сразу оттуда приехали сюда. Через 2 года моя дочь, через 2 месяца моя дочь станет мамой. То есть 20 лет это серьезно. 8 лет еще ей было. Вот ей сейчас 28, а я бабушкой, соответственно. Хай живе Славянский базар! Именинник доволен, в праздничном тортике уже стоят 20 свечей и звучит сводный хор с торжественной песней. Happy birthday to you. Happy birthday to you. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. С днем рождения, любимый. Славянский базар Витебский. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Славянский базар. Happy birthday. Happy birthday, Славянский базар. Чтоб ты был здоров. С днем рождения, с юбилеем тебя. С днем рождения тебя. Пу-пу-пи-ду-пу.